Ивановцы примут участие в чемпионате мира по пейнтболу. Двое наших спортсменов вошли в национальную сборную по этому виду спорта. Попасть в главную команду страны непросто. Для этого нужно по итогам различных соревнований обратить на себя внимание тренерского штаба. Самых перспективных вызывают на сборы. И уже после их успешного прохождения спортсмены получают приглашение в главную сборную страны. Катю выбрали из 22 претенденток со всей России. Спортсменка отлично зарекомендовала себя и завоевала возможность выступить в составе женской сборной, чему очень рада. Сам пинбол, он как глоток свежего воздуха, как способ выразиться, как способ поменяться. То есть пинбол, он заставляет именно работать над собой, заставляет правильно думать в стрессовых ситуациях, то есть как-то направлять ситуацию в свое русло, контролировать свои эмоции, эмоции соперника, в общем, контролировать всю ситуацию и изменять ее под свой лад. Женю пригласили в состав юношеской сборной. Мы съездили с своей командой «Русский Манчестер» и заняли 4-е место. И в процессе этой игры тренер сборной России смотрел на других игроков, которые уже отбирались, и сделал какие-то свои выводы и взял меня в сборную России. Я шел к этому, наверное, год, усердно тренировался, повышал свои физические навыки. Первенство пройдет в конце сентября в Таиланде. Следующий шаг – подготовка. Большая ее часть пройдет в Иванове. Времени сравнительно немного, так что каждый тренировочный день нужно использовать максимально продуктивно. У нас есть определенный план тренировок. Ребята тренируются систематически чуть ли не по 3 раза в неделю. Сейчас это уже будет рассматриваться индивидуально, кому что будет не хватать, потому что разная подготовка, что у Екатерины, что у Жени. Поэтому тут надо индивидуально будет подбирать отдельную тренировочную программу. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.